А теперь я хочу вам рассказать смысл победы для украинцев. Вот смотрите, украинцы не хотят вас уничтожать. Они не хотят прийти в ваши города и сделать из них Мариуполь. Нету ни одного украинца, который сказал бы, вот теперь Россия станет Мариуполем. Ну, даже если бы они так сказали, но они этого не сделают. Потому что одно дело сказать, чтобы ты сдох, а другое дело прийти и убить тебя, правильно? Ну так вот, конкретно, украинцы к вам, для них победа – это не прийти разрушить Россию, это восстановить только свою территорию. Ну что мое-мое, ну в любом суде, например, если ты спиздил чей-то мотоцикл, да, начинается суд, и судья говорит, верни мотоцикл, все, вот это справедливость. Да, они хотят поменять Путина, но а кто бы не хотел? Ну, кто бы не хотел? Вы же хотели убрать Гитлера. Не то, что победа, если Гитлер остается дальше. Ну, конечно, Гитлера нужно убрать. Мы еще посмотрим, как его уберут. Помните, как Гитлер там с женой там что-то лежал, там с собакой? Я даже не знаю, есть ли жена и собака у Путина. Мне даже интересно. Ну, так вот, что такое победа для Украины? Украина хочет восстановить свою территорию. Ну, вам, в принципе, должно быть до пизды Украина, украинская территория. Ваши никто не забирает. Ну, так что? Это вот настолько обычная, элементарная победа. Вот победа государства Украины состоит в том, что она возвращает свои территории. Все. Вас никто не уничтожает. Вот вы как жили, вы тогда же живете. Вот как вы выходите, победила Украина, все, так жду на работу. Ну, будет у вас другой правитель, ну. Что, ваша жизнь сильно поменяется? Правда, сильно поменяется? Ну, наверное, уж в лучшую сторону, что повестки больше не будут приходить. Прикиньте, жизнь без повесток. Наверняка можно... Вчера я видела, уже второй раз видела это видеоролик. Бабушка вышла, сумочка, просто сумочка. Там какие-то узор, там какой-то, там очень много узора. И где-то внизу, как их еще рассмотрели люди, написано «Нет войне». Сумочка, бабушка маленького роста, и сумочка где-то под землей висит. Весь узор. Как вообще можно было вот так с человеческого роста увидеть, внизу написано «Нет войне». 6 ОМОНовцев с дубинками окружили, пройдемте. Ну вот при слове «победа Украина», получается, бабушки могут выходить со своими узорчатыми сумочками. «Нет войне», это, «миру мир», все что угодно можно будет говорить. Это называется «победа Украины». Вот что плохого в том, что Украина победит? Что?